Всем привет, и с вами я, Станислав Попов, и это уже второе видео за сегодня. Сегодня мы играем второй раз уже в Terminal Railways. Это игра в Роблоксе, но, как ни странно, не про стрелялки. Это игра, где нужно управлять поездом. Это весь смысл игры. У меня есть немецкий вот такой вот поезд, потом... итальянский такой поезд, английский Евростар, немецкий Асия-3, нидерландский из Голландии, японский GR500, потом, что это такое? Это швейцарский, да, по-моему, швейцарский поезд, Сапсан российский и бельгийский... сделанный во Франции и проданный бельгийцам поезд. Но мой любимый это, конечно же, ICE-3. Это мой любимый поезд. На нем мы покатаемся. Это сверхскоростной поезд немецкого производства компании ICE, по-моему. Если я не ошибаюсь. Сколько максимум? 40. Но я превысил скорость. Со мной должна увязаться поездная полиция, но ее здесь нет. Могу нарушать, сколько хочу. Так, вот тут есть такие вот кнопки, с помощью которых можно перестраиваться на другие пути. Вот эта станция, на которую мы потом приедем. Это у нас Rosen Station. Я даже не знаю, что еще сказать, потому что игра такая, просто игра. Она есть и она существует. Просто игра. Я, конечно, вряд ли могу думать, что она кому-нибудь из вас понравится, но если понравится, то, если что, она называется Terminal Railways. Я вам покажу пару станций и, наверное, все. Наверное, еще сегодня будет видео. Да, думаю, да. Может быть, даже и не по Роблоксу. И я не говорю, что это может быть не по Ютубу. Может, я сниму на что-нибудь реакцию. Чуть-чуть отправляем газку. Вот и первая станция. Красотища, какая. Немного подлагивает, но ничего страшного. Я могу попробовать еще потом снять видео по еще игре, но это еще посмотрим, потому что она может что-то не сработать, как у меня было с GTA. Здесь не открываются двери, то есть пассажиры не заходят в вагон, как бы, а здесь просто пассажирный слайдинг и инжидизейбл. 40 с чем-то, по-моему, секунд. Что тут можно подудеть? И если вам нужно, то можно, если нажать на букву R, можно поменять головной вагон своего поезда. Раньше тут можно было как-то камеру перемотать на задний вагон. Самый такой задний, такой же, вот как передний, только задний. А сейчас этого почему-то нельзя сделать. И очень жаль, это вообще неудобно. Ладно. Поехали. Я не знаю почему, но эта игра мне очень даже нравится. Может, потому что я люблю поезда. Так, что-то я разогнался. Ой, я боюсь лететь с рельсом. Да. Притормаживаем, потому что уже следующая станция. А вот и Rosen Station. Тормозим. Быстрее тормози. А, вот хорошо.
тормозили. 35 кредитов, да ладно. А, ну и не все поезда бесплатные, они тут покупаются за кредиты. Например, этот поезд, по-моему, стоил 1150 кредитов. Да, по-моему, Россия-3 стоит 1150 кредитов. А Сапсан стоил, по-моему, 1000. Как-то так. Но если хотите, даже не парясь, практически никаких денег, покататься уже на скорости 239 км в час, то, то купите около 250, по-моему, или 200. Или чуть больше, и вы можете купить себе британский поезд, который стоит всего лишь 250, по-моему, и он разгоняется до 230 или 250 сразу, быстрые скорости, так сказать. Ладно, я, наверное, поеду через подземный путь. Сейчас вот тут долгая прямая, поэтому можно разогнаться даже до 300, вот лимит 320. Но я его все равно, если захочу, я его нарушу. Вообще тут не обязательно останавливаться на каждой станции, это уже по усмотрению игрока. То есть вы тут в полной свободе действий. Ограничиваясь только тем, что вы можете слететь с рельса за вашей же скоростью. Да, такое бывало, и не раз. Особенно у меня. Особенно на скоростных поездах. Но не на этом. На этом поезде я еще ни разу не грохнулся. В отличие от Сапсана. Я на нем раз 10 грохнулся. Ну что сказать. Немецкое качество. Ничего не сказать. Не знаю, даже не буду останавливать. Не, я буду, наверное, не достаться останавливаться. Сейчас тут будет станция под землей. Опс, забыл кое-что. Так, сейчас нужно будет променять путь. Оп. Все. Заворачиваем, притормаживаем. Станция снаружи выглядит вот так вот как-то. Она, то есть, под городом и рядом с практически главной станцией. Так, чуть-чуть подальше мы приехали. Если прислушаться, то можно услышать музыку. Но она идет вот прямо над нами. Вот тут эта станция. То есть она прямо над нами. И вот тут где-то музыканты были. Вот. Вот музыканты. Это, кстати, по-моему, разработчики. Да, это разработчики. И вы даже можете не управлять своим поездом. Это тоже по желанию игрока. Тут есть кнопка, по-моему, где можно телепортироваться на каждую из имеющихся станций. И типа как бы откригривать ролеплей. Ладно. Скоро мы поедем. Ну, я представляю реакцию людей. Такой под землю выезжает немецкий ICE-3 и уезжает. Все, спокойно уезжает. Ничего не было, я уезжаю. Ребят, только не говорить никому, я просто уезжаю. Это просто подарок. Погнали. Так, следующая станция будет самая крутая, по-моему, за которую больше всего денежечек дают. Доедем, наверное, до еще следующей станции. Там, наверное, все. А, ну надо еще показать вообще, как станцию искать. В общем, да. Вот это, по-моему, самый опасный путь. Я там на бельгийско-французском поезде 8 раз упал. Так, притормаживаем, потому что скоро уже станция. Вот и она. Бриджвейтер. А, нет, Нортвуд. Ой, блин, я слетел с рельс. О, а вот и GR500, который у меня есть тоже. Ну ничего, если сейчас все будет нормально, то я смогу остановиться на этой станции. Да, здесь, конечно, реалистикой даже не пахнет. Ну, ничего страшного. Кому какая разница? Мне на самом деле никакой. 101 кредит. Я больше удивлен вот этому испанскому сверхскоростному поезду и 101 кредит. О, другое дело.
Ладно, я тогда буду на самом деле уже показывать станции. Вот, кстати, одна из них. Это такая двойная станция. Почему двойная? Потому что здесь есть как бы перрон. Опа, это что такое? Шар Централ. Ролзин. А, это другие станции. А. В общем, здесь вот выезжают поезда, которые в любом случае проезжали через туннель. Вау, тут оказывается так красиво. Надо будет как-нибудь потом погулять вообще по всей карте. Я даже не знаю, что такое есть. Ну-ка. Ладно, все. Потом вот тут как бы вы заходите, здесь можно или здесь купить билеты на поезд, такие поднимаетесь. Ну, красиво, мне кажется. Мне кажется, очень даже красиво. Да, обалдеешь, обалдеешь. Вот этот путь для тех поездов, которые могли съехать из Northwell Depot, вон там есть вон надпись, там это депо станции Northwell. Там, то есть, можно заспавнить свой поезд, и можно проехать либо вот так вот, либо вот так вот. Или как в моем случае, я выехал вот оттуда из туннеля, переехал через канал, через мост и попал сюда. Ладно. Теперь дальше. Слэшхайр. Ну, эта станция не такая. Это следующая станция после Нортвелл, на котором мы сейчас были. Спрингхиллз. Это... Ничего. Опа, 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 опа. Что за поезд, что за поезд, что за поезд? Не помню, что это за поезд, ну ладно. Это довольно далекая станция вообще от всех. Айрдвест. Это, по-моему, тоже не так далеко от Нортвелл. А, да, я вспомнил, что это такое. Айсленд-Шайр Сауч. А, это... О, и куда ты полетел? Вон. Лашхайр Сауч, это у нас что? Это где? А куда я попал? А что это за... А что это такое? А где я? Чего сейчас было? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересненько. Что это за станция? Что я здесь никогда не... Я что-то не припомню, чтобы я здесь когда-то вообще был. Ёпсель-мупсель, это наш... Кто это такой, погоди? Это ICE-1? Фу, ICE-2, что ли? Не, ICE-1, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не туда зашел. Ладно, заспавню и сразу уберу. Ладно, продолжаем. Да в смысле? Ух, да блин. Ну дайте мне хоть что-нибудь забрать. Мне уже не надо это все. Тоже быстрее. Все, stations. Дальше поехали. Альт-Ист. Это я не помню. А, я помню эту станцию. Она такая тоже двухъярусная, можно сказать. Вот тут есть поезда на первом этаже, как бы, и на втором этаже есть платформа. Океансайд. Это, можно догадаться по названию, это рядом с каким-то водным объектом. В данном случае это то ли океан, то ли море. Вон тут пляж ночной. И я представляю, опа, это тот самый сие. Балдёж, балдёж, пока. В общем, я представляю, люди отдыхают днем, а тут сверхскоростной рядом поезд приезжает. Я это представляю. Примерно такое же даже в Сочах есть, только там не сверхскоростные поезда, слава богу. Там ласточки, но они все равно довольно быстрые, потому что поезда. Ну, потому что. Эндлшайр Сентрал. А, это как раз-таки, по-моему, одна из самых главных таких вот довольно красивых станций. Но, несмотря на ее оформление, она приносит одну из самых малых прибыль. Ну, то есть, представляете, вот я представляю, зачем в некоторых городах в центре города прям вокзал, прям натуральный вокзал. Ну, я понимаю, мне самому нравится вообще поезда и все, что с ними связано, вообще ЖД, мои родители ЖДшники, ну ладно. Мне это нравится, поэтому я ничего против не имею. Там же, по-моему, в этом самом, как там их, в столице Нидерландов, то что у нас? В общем, в столице Нидерландов я там гулял по Google картам и случайно набрел на вокзал с
французскими сверхскоростными поездами. Кстати, вот этот вокзал. Вот те самые музыканты. Трейдс. А, тут есть, по-моему, еще спуск. Да, вот. Есть еще... Не понял. Вот. Там есть спуск, в общем. Спуск где-то есть, по-моему, да. Я не знаю, где он, но он где-то есть. Ладно, дальше. Что он дальше? Розен Соуч. Саучи, Лимауч. А, ну это самая первая станция, если вы вспомните, на Роузен Депот. Она такая, тоже не примитивная. Здесь небольшой кусок города, и прямо в центре этого города такой, можно сказать, трейн стейшн. Я просто не знаю. Ладно, пофиг. Стейшн дальше поиграем. Бриджвейтер. О, это далеко. Это, по моему мнению, это одна из самых таких душевных станций, потому что здесь фонари очень красивые, но сейчас плохо видно. Ладно, пофиг. Дальше, Виктория Филдс. Это станция, находящаяся рядом с переездом. То есть поезд такой приезжает, и переезд закрывается на все время, пока он постоит. Угу. И последние две станции, это Левис Хилл. Кстати, я, по-моему, на этой станции не был. Не был я на этой станции. Не понял. Я не был на этой станции. Ладно. И Роузен Аэропорт. Роузен Аэропорт, это очень... Мне почему-то нравится эта станция, потому что она большая, потому что аэропорт, и потому что большая, красивая, с навесом. Погнали дальше. Тут, в общем, с самого начала можно либо поехать на Роузен Сауч, либо на аэропорт. На Роузен Аэропорт. Вон, она такая вот длинная, для самых длинных поездов в этой игре. Ну, а на этом я, наверное, закончу свое видео. Всем удачи, всем пока.